Всем привет! Пришли мы сегодня в тайгу. Солнышко светит. До этого дождь был, сильный дождь. Как всегда, мы в тайге, и снова дождь. Вот. Пришли мы сегодня по такому поводу. За сибирским ананасом. Добывали сибирский ананас. Немножко набили себе для своих целей. Не на продажу, ни на какую коммерческую цель мы не преследуем. В общем, вот мешки. Набили мы мешочков немножко. Ну, этот маленький совсем. Вот этот маленький, ну, эти побольше. Вот шишка там. Шишка. Ну, шишка не сильно крупная, но уже поспевшая, падает уже сама. Вот. Короче, решили ее перекрутить и домой шишку целиком не тащить, а немного себе ореха сделать. Вот. Орех полезен. Вкусен. Ну и всем нравится. Кто не пробовал, рекомендую. Попробуйте. Вот. У нас в Сибири он ценится довольно-таки хорошо. Цена на него варьируется. За килограмм больше 1000. Кто как продает, в общем. По-разному бывают цены. Кто сколько захочет. Как говорится, на базаре два дурака. Вот. Стройкой мы сегодня что-то не планируем заниматься. Решили шишку попромышлять. Потому что это сезон такой временный. Она не всегда бывает. В этом году шишки много. Ну, так, в общем. Сейчас попробую заснять, как мы ее крутим. Вот. У нас самодельная такая мясорубочка. Вот она, мясорубочка. У нее видно, не видно. Такие зубья внутри. Кто занимался шишкой, тот знает. Вот. Передробим ее, а потом будем просеивать орех. Да, кстати, Андрей создал свой канал. Вот. Канал будет про мототехнику, про то, он как доводит до ума Урал мотоцикл. Будет делать там разные обзоры на навигаторы, фонари, радиостанции переносные.
которым мы пользуемся, ну и многое другое. В общем, подписывайтесь на него. Ссылочку я оставлю в описании. Кому будет интересно, посмотрите, подпишитесь на него.